Метро Исход. Погнали. Я, кстати, вернулся к поезду. Решил зря время не тратить. Так. Аппарат, конечно, мощный. Руль тут такой. Так, что с коробкой? Ну, это и ключ зажигания, и нож, и... Слушай, завелась. Используйте С, чтобы увеличить скорость, и И, чтобы тормозить. Для выхода нажмите У. Так, а как мне... Тут зеркала-то, видишь, вроде как... Зеркала... Всем слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Братва! СМЕР сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на паровозе. Это странно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дороже. Гости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальные пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой, барон сказал. Так, ну в общем намечается, мне кажется, эпическая битва какая-то. Ладно, отправиться на маяк. Судя по всему, бункер связи находится где-то на острове рядом с маяком. Мне надо обнаружить вход в комплекс. Ну давай обнаружим вход в комплекс. Погнали. Я не знаю, что-то так немного непривычно как-то на этом... этой буханке ездить. Она, конечно, потасканная уже. Ну ладно. За неимением лучшего будем довольствоваться худшим. Пока что, во всяком случае. Так, я ее немного ломаю. А я один поеду, интересно? Но я уже еду один, ладно. Риторический вопрос. Подожди, маяк, маяк. Маяк. Оба гости. Ну давай попробуем задавить их, я не знаю. Йо-о-о! Да как давить-то? Давай, давай, уходи. Отлично. Значит, это можно делать и можно делать в легкую. Слушай, представляешь, вот отправиться по такой красоте. Ну надо, надо, слушай, ну я не могу так играть, просто взять и из точки А в точку Б доехать, чтобы не найти приключения на свою жопу. Ну, тем более, здесь столько всего, ну, ты же понимаешь, это невозможно. Невозможно! Так все интересно, так все хочется потрогать, посмотреть. Так, так, так. Кажется, что-то интересное. Что это такое? А, это сварщики, видать. Там у них еще одна машина. Хорошо, маяк, я так понимаю, вот он. Двигаться мне нужно, а я двигаюсь все правильно. Слушай, а есть другой путь, ведь? Ведь есть другой путь. Если вдоль поезда поехать... Ну, не знаю, давай пока не будем выпендриваться. Но нужно туда завернуть. Ну, просто по-любому. Я не могу так. Аварийная. Давай, поехали. Поехали, поехали, поехали. Ручник тут, интересно, работает. О. А вот мы, кажется, и нефть нашли. Да? Подожди, а что это такое? Так, выскакиваем, смотрим. Ну, этот, ладно, он уже высох ему. Так это соляра, нет? Что это было? Блин, змеи. Кстати, уже вечер. Сейчас, да? Блин, тебя тут не хватало. Да успокойся ты, нервный какой, а, дядька? Только, блин, зря патроны на тебя потратил. Патроны, жалко, блин. Это кто? Отлично, что-то взял.
Отлично, что-то взял. Так, ко мне уже друзья приходят потихонечку. Наша местность это мне напоминает. Спокойно. Есть такой фильм, очень интересный, «Псы» называется. Советский. Старый фильм. В общем, очень-очень все это похоже. Так, он там, по-моему... Да, он же... Тихо! Слушай, так как... Я не знаю, стоит ли тратить патроны. Нифига себе. Не, ну здесь, наверное, должно быть что-то интересное. А? Я очень на это надеюсь. Не зря же я. Да, и ведь живут они с такими соседями. Да, рядом. Так, давай вот что сделаем, потому что сейчас мне это очень пригодится. Заряжено полностью. Ладно, нужно валить. Не задерживаться здесь уже. Не понял. Ага. Погнали. Интересно, сколько будет безопасно оставаться в машине, если, допустим, нападут. Ну, так, 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 я кого-то уже разбудил. Да ладно, хрен с вами. Поехали, хорошо. Может, не стоит сюда на машине врываться? Ну-ка, давай на... Сохранюсь на всякий случай. Тут, кстати, визитка на лобовом. Слушай, они просто работают. Это рабы, видать, о которых говорилось ранее. Так, локация какая-то. Ну давай выскочим, посмотрим. Ладно. Просто я думаю, мне так кажется, что они могут на меня напасть. Ох, ничего себе. Ты кто, мерзо? Не знал тебя совсем. Ты нас проверял, пришел, да? От барон пришел, свышка, да? Да, 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 ага, яс. Прости, мерзо. Я глупый, лохматый раб. Ничего не знал. Хозяин наверху, там, да? Хозяин все знал, да? Хорошо. Хозяин наверху. Ну, пойдем, хозяин, а тебя можно, интересно, оглушить? Нет, ну и хорошо, не будем тогда. Подожди, что это было? Факел не нужен. Хозяин наверху, да. Так, отлично. Ты управлял вселенной. Ты дал всем жизнь. Ну вот смотри. Хозяин велик, почти как ты. То сектанты. То людоеды. То теперь еще. Дай твой раб сила, чтобы хорошо... Давай почитаем. И вот он перед отплытием говорит: последи за грузом в 406-м контейнере. Там особая поставка, сам знаешь для кого. Отвечаешь головой. Головой. А мне что теперь делать? Вечером вся связь пропала. И с погодой какая-то чертовщина сделалась. Ветер с севера задул. Ласты сворачиваются. В жизни в этой луже таких волн не видел. Раскачало нас так, что часть контейнера сорвалась и в воду. 406-й тоже. И двое ребят с ними.
А я тут при чем? И что мне было его руками держать? Я координаты записал, все, что мог, считай, сделал. Если им этот груз так дорог, пусть со дна достают. Дневник Старпома. Прекрасно. А, нет, его оглушать не надо. Он, видимо, общается со мной. Да посмотри ты на меня! Ё-моё! Ты кто такой? Что здесь делать? Кто разрешал? Хозяин тебя не ждать! Иди отсюда! Да ждать меня твой хозяин. Но я тебя убивать не буду, ты вроде не агрессивный. Да? Значит, видимо... А... Нельзя туда! Бомбайды! Священное пламя покарает! Священное пламя... Так, у меня сейвка пролетела. Видимо, что-то сейчас будет. Не слушай! Ну, смотри! Хозяин тебя получит! Покажет тебе, да? Что же за хозяин-то у вас такой? Мне стало даже интересно. Сейчас все узнаем. Я так понимаю, я иду к хозяину. Ну давай, оружие у меня есть, патроны есть. Почему музыка изменилась? Тихо-тихо. Что-то происходит. Так, слишком громко это сделано, да? Ну хорошо. Война так война. Все как на учениях. Кто меня видит? Меня кто-то видит, я никого не вижу. Ну хорошо, здесь чисто. Внизу рабы. Я не знаю, насколько они дерзкие. Так, кто-то сдается. Это прекрасно. А, ну он не сопротивляется хорошо даже. А, вот сдается, видимо, да? Да. Так, убить или оглушить? Ну давай, я пока ничего не буду делать. Ну давай, оглушу его. Пусть он... Все, пусть он отдыхает. Я лишний раз не хочу убивать никого. Зачем? Я лучше у них все поснимаю. Ну, вот и прекрасненько. Нет, здесь ничего гасить не будем. Все пусть так и будет. Так, этот... Ну, этого не трогаем. Он вообще, по-моему... Уже потерял человеческий облик. О, еда. Здесь есть что? Нет, ничего. Книжки читают, блин. Ну, я так понимаю, что хозяин еще не объявился. Погнали. Порешаем с ним вопросы. О, наконец-то. Так, только вместо чего? Эта пушка, блин, мне нравится. То есть, получается, вместо ничего нахрен. Ведь он это опять не поменяет. Неудивительно, блин.
Так, ну и хрен с тобой. О, послание. Этим письмом я, Арсен Мустафин, говорю тебе, подонок, который назвал себя бароном, что теперь вождь моего народа я, а не посаженный тобой предатель, и передаю от всего народа Свободного Каньона, что мы тебя не будем больше бояться и подчиняться твоим людям тоже больше не хотим. Хватит с нас, когда нас угоняют, как скот, забирают в рабство наших молодых и сильных мужчин и женщин. Мы теперь это не будем... Мы терпеть это не будем больше. Мы все оружие возьмем и твоих собак погоним и убьем всех. Теперь ты бойся нас, потому что все мы за свободу теперь. И все умрем за свою свободу, если надо. И твое священное пламя нам не надо совсем. Убирайся из нашего дома, а мы никогда в твой не лезли. Арсен Мустафин, президент всех свободных людей Свободного Каньона. Слушай, ну прикольно. Мы находимся, блин, в каньоне. Но это было очевидно. Это было, блин, очевидно. Я типа, короче, такой, знаешь, допер все это сам. Ладно, не время выпендриваться, наверное. Это я еще успею. Да куда, куда? Что это было? Подожди, что? Чуть не упал, блин. Отлично, набрала себе, в общем, игрушек. Сейчас посмотрим, что там у меня есть. Так, чего я раскашлялся, я не понял. Ничего нельзя сделать, но мне нужен, наверное, все же. Но здесь я не буду ничего делать. Ладно, погнали. Посмотрим на этого хозяина. Пообщаемся. А возможно, и общаться не придется. Сейчас все и узнаем. Секреточки есть? Нет секреток? Тихо, что ли? А где? Где людишки? Где кто-нибудь? А, ну я тут был. Так, кажется, будет приключение. А, веселое. Слезать отсюда, посмотрим. А где все рабы? Он же сказал, помнишь, что... значит, собрать всех. Ну, будет битва, там все дела, понятно. Так я отсюда пришел, да? Насобирал я себе игрушек. Всякого хлама, который мне, естественно, пригодится. Ох, ничего, это что такое, подожди. А что это такое я взял? Вы подобрали модификацию для снаряжения, чтобы установить его. Найдите верстак. Отлично, что-то интересное. Там была, блин, крутая маска. Вот интересно, смогу ли я себе на противогаз эту маску одеть. По-моему, очень оригинально. Вообще, эти маски я в прошлой серии говорил, что мне нравятся. В этой повторюсь. О, верстак! В этой повторюсь. Знаешь, такая маска... Так, так, так. Воу-воу-воу. Тихо, тихо, братик. Значит, смотри. Поворот не туда. Последний. Я не знаю точно, какого года. 19-го, наверное. Вот он очень... разительно отличается от всех предыдущих своих частей. Если интересно тебе вообще такие слэшеры, ну и вообще вся серия «Поворот не туда», то глянь. Но я тебя предупреждаю сразу, что он разительно отличается от предыдущих своих серий. Но я это все к чему говорил. К тому, что как раз-таки там такие маски и используются. Ладно, давай посмотрим, что у меня там. Что у меня там есть? Аптечки не нужны, это есть. А, значит, это сразу продаем, потому что использовать-то мне не для чего. Тоже в топку. А я их еще не использовал. Точнее, если... Так, вот-вот-вот, давай посмотрим. Починить противогаз с помощью подручных материалов.
Итак, здесь ничего интересного. Вот! Подожди, у меня был изначально наруч. Жесткий наруч обеспечивает защиту от укусов монстров и позволяет устанавливать дополнительные устройства, необходимые для выживания. Потом был компас. Компас на вашем наруче всегда указывает направление, в котором вам нужно двигаться. Вот у меня сейчас стоит. А тут детектор движения. Слушай, ничего себе, этот прибор при помощи разнообразных детекторов и сложных алгоритмов обработки идентифицирует движущихся противников, однако требует практики для эффектного использования в бою. Блин, а компас получается у меня нема, что не будет. Ну давай попробуем, слушай, в любом случае я смогу снять, я так понимаю. Да, тут, наверное, нужно просто почистить будет. А, нет. А это еще что за... Слушай, увеличивает стабильность. Ну давай, давай, вот это мне оружие нравится. Поэтому давай-ка увеличим стабильность. Тяжелый ствол. Значит, удлиненный ствол. Удлиненный ствол повышает точность и огневую мощь винтовки. Ну, урон в дважды на 2 пункта. И точность на 1, зато стабильность на 1 минимум. Но я стабильность уже увеличил. Здесь ничего не нужно. Так, без магазина. Это по одной штуке. А, слушай, тут даже сварка видна, смотри, кстати говоря. И есть однорядный магазин. Однорядный магазин помещает до 5 патронов. Продольно скользящий затвор. Позволяет стрелку перезаряжать винтовку и вести огонь, не прерывая наблюдение цели через прицел. Ничего себе. Ну давай. Но стабильность уменьшается. Слушай, стабильность уменьшается. Стабильность-то меньше. Ну давай пока тогда трогать и не будем. Здесь я ничего не могу сделать, разве что только почистить. Хорошо, здесь тоже. А, здесь даже чистить не нужно. А, нет, ножа что-то. А, не нужно. Ну и прекрасно, блин. Так, отправиться на маяк. А я еще не на маяке. Я еще с каким-то сейчас хозяином буду трепаться. Игра сохранена. Все? А где хозяин-то? Хозяин где? Уже ночь. Что, еще выше? Ну давай. Блин, а он не имеет в виду, знаешь, что хозяин это какой-то этот божество. Он сказал, что хозяин наверху, может, он имел в виду нечто другое. Да, потому что ведь никого нет. Ну ладно, я говорил, что будет приключение. Так давай устроим под конец серии немного развлечений. Угу. Он показывает, да. Так, рабы, видимо, спят эти. Но он мне не рабов... они спят в этом прям. Вырыт их для себя в каких-то ямах. А где дежурный? Я хороший раб. Да я не буду тебя трогать, успокойся. Мне интересно, я так этого и не нашел вашего. Слышу какие-то звуки, но непонятно. Но я же все исследовал там, да? Зачем мне еще раз подниматься? Так, а где этот идолопоклонник? Ты хозяин убил? Не радуйся! Пламя тебя покарает! А, ну я, видимо, убил уже хозяина. Я понял. Да ладно, успокойся, твой хозяин сам там. На кого-то. Барагозил. Ну, поехали к маяку. Так, а здесь что, кстати? Какой яркий свет, а? Можно это как-то, я не знаю, испортить? Ладно, поехали, ночью прокатимся. Прекрасная ночь. Поехали. Что с рулевой колонкой здесь, а? Да, я еду туда, куда нужно. Артём, это первый
Так, что он там мне нарисовал? Кто-то связался с Авророй со старого маяка и предложил нам сделку. Воду в обмен на помощь. Так, подожди, старый маяк, а куда мне ехать-то, старый маяк? Старый маяк. Ну, поехали. Смотри, какая луна. Какой, блин, прекрасный вечер, Инол. Да, все верно, я еду уже 100 раз карту. Да как так вот? Что он сделал? Смотри еще раз карту, почему он у меня стал выше? Мне же не видно ни хрена. Вот, другое дело. Давай-ка сохранимся на всякий случай. А могу ли я дождаться... Могу ли я переночевать здесь, а? Потому что мне не очень... Нет, ночь мне нравится. Вопросов нет. Люблю это время суток, но... Мне не очень нравится то, что я не вижу ничего. Хотелось бы посмотреть на окружающее. Так, кто-то рыбу ловит. Кто-то ловит рыбку. Давай-ка зажгем. Добрый... А-ха-ха! Нашел дурака. А ты? Что это? Вы нашли гранату, удерживайте С, чтобы ее выбрать. Я понял. Я понял тебя, Бразер. Так, что это? О, можно поспать, вот о чем я и говорил. Давай, давай посмотрим, удерживайте С, чтобы ее выбрать. Слушай, а может ли быть такое? Давай попробуем. Я не знаю. Хо-хо-хо-хо. Я так и знал. Ладно, посмотрели на красивое фаер-шоу и надо ехать дальше. Так, стоя, амба. Опять какой-то алтарь. Нет, нравится мне это место. Надо все же днем. Надо все же днем проходить. А поэтому нужно идти и поспать. Так, я могу попить. Я могу дождаться дня. Давай, давай тогда поспим до утра. Вот, прекрасно, прекрасно. Wake up. Wake up, мистер Фриман. Да, Артему приснилось. Оба. Пойди на провери. Проверяй. Ты где? Проверяльщик хренов. Что-то мне тут реальная измена на постой. Молить надо на разуме. А? Да тихо ты. А как он сюда пришел? Еще один есть. По датчику. Вот так вот. Не получилось обыскать тебе. Слушай, я надеюсь, он у меня ничего не украл. Ну это обычные бандюганы, видимо. А я зашел, скорее всего, на их территорию. Да, неплохо, неплохо. Ладно, я все забрал. Где машинка-то моя? Машинка моя. Красивое место здесь. Верстака там не было, по-моему, да? Ну и хрен с ним. Найдем верстак уже в следующей серии. Все, спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии.